Хлеб — бесценный дар земли родимой, соль — величие мудрости земной. Дорогим гостям мы преподносим в добрый час и сердцем, и душой. Дарует свет победы, теплоты.
международных фестивалей и конкурсов. Лучший скрипач России Алексей Алексеев, Москва. Дорогие друзья, сегодня радость спортивных событий в Нерехте с нами решил разделить заслуженный артист России, золотая гитара России, кавалер Ордена Дружбы Виктор Зинчук! Это здорово! Камыш Погодиня!
играть самое популярное произведение 19 столетия – полонез Магинского. Еще раз приветствуем делегации муниципальных образований региона. Желаем вам новых спортивных достижений и наград. Торжественная церемония открытия игр завершается. Мы приглашаем всех на соревнования, поболеть за любимые команды и спортсменов. В
внимание команды направо, шагом, марш! Дорогие друзья, на этом наш праздничный спортивный вечер не заканчивается. Буквально через несколько минут наш концерт продолжит группа «Партизан FM», город Москва. Внимание представителям команд, просим собраться на судейскую зону финиша.